Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Такс, давай-ка посмотрим. Для начала, ага, Лига Сёгунов 2 звезды, ранг 76. Ну, до Лиги Мастеров надо добираться, друзья. В любом случае надо до Лиги Мастеров. Я ищу свой телефон, посмотреть. Ладно, фиг с ним, потом посмотрим. Такс. Блин, ну не дают 15-21. Ладно, фиг с ним. Возьму, наверное, здесь Макмена соточку. И сверху к нему добавлю. А нужно ли что-то добавлять? Ну, по идее, нужно. Давай, Джастин. Нет, ребят. Нет. Нет, и не это. Я, наверное, возьму лучше Донателло. Да, 82 уровень, но... Но, ребят, проблема в том, что... я не уверен в скорости Макмана. Да, он сотого уровня, но насколько он хорош именно по скорости, это сейчас, ребят, мы посмотрим. Если он сделает торнадо... тогда подожди. Блин. Блин, горелый. Сейчас кого-то уложат баньки, да? Слушай, повезло-то как. А если вот так сделаем? Да ну нафиг. Этих-то... все, переживать не будем. Я уже опять чуть было за сердечко не схватился. Думал, ну как так-то, ядрен матрен, вроде все пошло. Но все равно, ребята, эти риски, они не оправданы. Вот в данном случае, ну вообще никак. Хотя Макмен молодец, Макмен красавчик. Он положил сразу троих. Тут ему, видишь, не хватило немножко мощей, чтобы добить остальных всех. А так, в принципе, к нему претензий у меня лично нету. Так, если возьму, например, Рафаэль плюс Зек, и сверху с ними добавим... Блин, этот Джастин все время мне под руку лезет. А давай возьмем Карайку. Карайка же по инициативке хороша, да. Но, ребята, еще раз хочу сказать. Здесь Сплинтер, контратакер, идет. И у них идет еще здесь Эйприл. Мы все знаем, что Эйприл хиллер. И вот эти... Все. Хиллера больше нет. Слушай, это радует. Вау. Вот это мы с тобой сейчас раздухарились не на шутку, если честно. Блин, круто. Круто, что я могу сказать. Слушай, Карай как хороша. Вот можно сделать команду суперскоростников. Она будет выглядеть типа того. Зек, Карайка, Хан. Кто у нас там еще? Алапекс. Это... и Рафаэль. Это вообще, ребята, топчик будет, прикинь. Они просто будут всех выносить. То есть они не дадут врагу даже шанса сделать ход. Это, конечно, надо было бы посмотреть на это все, как бы это выглядело. Так, давай возьмем Микеланджело здесь. И, ну видишь, мне надо отыгрывать вот этих парней. Но дело в том, что они слабы по уровню. И их могут уложить. Тут, сам знаешь, любая моя ошибка. Давай тогда сделаем, наверное, уклоняшку с тобой. Так, на всякий случай. Как перестраховку. Пошла сразу массовая атака от Дони. Слушай, ну Дони хорошо сыграл. И второй Дони добивает всех. Нормально. Грубо говоря, сейчас вот прошел даже не топовыми бойцами. Поэтому никаких претензий. Так, 33-я позиция. Хорошо. Хорошо. Так. Ну, 16-21, ранг 59-й, если... Ну, Ванька, видишь, Ванька-то, он как бы хорош, он мощный. Но в нем есть один недостаток. И я думаю, что вы знаете, что это за недостаток. Если кто знает, пускай напишет в комментариях. Какой у Ваньки вот один большой, огромный недостаток? Так, ну что же, бункнули. Давай так сделаем. Хорошо. Все, но недостаток у него все равно, ребята, есть. Я думаю, вы знаете какой. У меня только одной. Либо слишком слабый, либо что слишком... Правильно. Вот такой вот недостаток у него и есть. Ну что, ребята, я скоро думаю, мы перейдем с вами в Лигу Сёгунов 3 звезды. А там, может быть, даже и до Лиги Мастеров сможем подняться. Давай я возьму Армагона. Армагона возьму одного. Мне кажется, что он... В принципе, он способен этих пацанов всех положить одной тычкой.
Ну, тычка, ты сам понимаешь, какая будет. Тычка будет в виде валуна, летящего в лицо всем. Поэтому они просто сейчас лягут все баньки. Тут я даже, ребят, не сомневаюсь. Армагоша, это да. Армагон, кто у нас там? Маузеры, это такие красавчики, что своего, как говорится, не упустят. Ну, а мы с тобой уже в Лиге Сёгунов. Три звезды, правда, сотой позиции, но ничего страшного. Берем, грубо говоря, с тобой по десятке за бой. Блин, то дофига я взял, да? Ну, давай вот так, вот десятка, пускай будет десятка. Получается, нам нужно с тобой 10 боев отыграть. 10 боев отыграть, чтобы перейти в Лигу... В Лигу Мастеров, да? И вот так вот опять же, ребята, риски. У меня слабенькие бойцы, вот эти трое. Весь акцент у меня, естественно, на Лапекс. И посмотрим, как быстро сходит у нас Бакстер Стокман. Ну, здесь-то, конечно, здесь ему на добивку. То есть Лапекс вполне, ребята, рулит. Единственный вот недостаток у нее, что она на себя вешает дебаф. И причем дебаф на понижение атаки. Я не понимаю, что у Шинигами она делает на себя дебаф после того, как выпускает летучих мышей. Хотя бы я не сказал бы, что это прям супер топовый удар. Выпуск летучей мыши. Такой себе. Знаешь ли. И она себя еще дебафит. Супер Шреддер тоже, ребята, не забывайте, сам себя дебафит после хорошей тычки. Я не знаю, зачем это делают. Но я знаю точно, что Леонардо может здесь дать осечку. Поэтому мне придется его отправлять вместе с Рафаэлем. Так будет и мне спокойнее, и команда моя будет целее. Поехали. Ну, видишь, я же говорил, ребята, что Леонардо все-таки не смог всех их уничтожить, как я планировал. Поэтому, видишь, подстраховка нужна. Единственное, что подстраховка слишком крутая получилась. Это целый, блин, извини меня, Рафаэль, потраченный с массовой атакой причем. А 16-22 не пора ли мне давать? М? Друзья, вам не кажется так? 16-21 уже просто... Вот, вот. Такс, ну что, я возьму крысиного короля. И, наверное, достаточно будет взять вот этого Рафаэля. И я думаю, что сейчас у нас все получится. Потому что Рафаэль ходит первым. Ну, наносит средний урон у него получается где-то. И дальше крысиный король, я надеюсь... На добивку. Да, ему тут остается совсем крополек бомбануть. Вот так вот. Ну что же, шикарно. Погнали. Погнали наш. Итак, 57-я позиция. Уже половина пути, друзья, пройдена. Нам нужно только лишь вот так сделать. Кстати, Yearn Today. Роги, в котором мы играем, ребята. По вашему совету я взял дробовик, который у меня был белый, не прокачанный. Не синий, не зеленый, а белый. Ребята, он полный отстой. Сегодня я вот сегодня играл за кадром. Ну, хотел сделать, набить немножко звездочек там, тому подобное, чтобы уровень этот. Такой отстой. Может быть, синий дробовик крутой был бы. Но вот этот вот обычный, поэтому я не знаю, мне кажется, что мой пистолет синенький, прокачанный на 147 к атаке, намного лучше. Ребят, ну я серьезно говорю, намного лучше. Я вот, может быть, сегодня-завтра, не знаю. Сегодня приходит у меня водянка на проц. Наверное, я целый день буду, ну как целый день, буду ее менять, то есть видосиков, наверное, скорее всего, не будет пару деньков. Потому что там водянка приходит, потом у меня приходит через день оператива. Потом что? Потом все, по-моему. Я заказал. Ну, с водянкой, установка водянки просто нуторно это все вычищать. Я еще хотел себе компьютер почистить, продуть его. Так, подожди. Ё-моё. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, не надо, не надо, не надо. Ауч! Ну и что мне делать, блин? Ваньку, Ваньку, вот ушатаешь ты Ваньку, блин. Ну давай попробуем вот так вот. Ну, хорош. Хорош. Так, дальше у нас по инициативке идет этот. Давай протарань его, пожалуйста.
Вот, хотел продуть, там прочистить все. Я боюсь больше, ребята. Блин. Я боюсь больше, знаешь что? Что когда я начну все это вставлять, лишь бы вонянка, ребят, пришла без брака. А то читал очень много проблем с помпой именно идет. У меня же моя старая водянка из-за помпы накрылась. Вот. Потом я покупал себе башню, но башня у меня почему-то не справляется с процессором. Хотя башня, извините меня, ребят, дорогущая, мощная, но что-то она, кажется, мне не справляется. Вот. А с водянкой пока буду ставить, лишь бы там что-нибудь не накрылось, не перемкнуло, блин, и как всегда, чтобы винда не пришлось мне переустанавливать. А то у меня, как всегда, полезу туда своими кривыми руками и начинаются какие-то траблы. Надеюсь, обойдется все нормально. Уложусь в полдня. Ну, там, конечно, в пару часов можно ложиться. Но я еще раз говорю, ребят, продуть, прочистить. Все это хорошо там надо. А то он уже бедный запылился, я не знаю. Я корпус не закрываю у него. Он у меня всегда с открытым корпусом, потому что сейчас лето, ребята, и очень жарко в квартире, и как бы не хватает ему охлаждения, скажем так. Приходится открывать эту боковое стекло, это убирать, чтобы хоть как-то помочь циркуляции там воздуха, чтобы он охлаждался. Так, ну что, друзья мои, я думаю, что, блин, я думал, еще один поединок, два поединка придется еще сделать нам, два. Я на 16-21 просто завис, прилип к этому 16-22, не продвигаюсь ни на йоту. Ладно, возьмем вот этих ребят. Слэш плюс пиццелиций. Ой, у них в команде Хан же, ё-моё. Блин, Рей, ты... Ай, у них и Хан, и Рафаэль, они же шустрики. Ну давай, Слэш, не подведи, пожалуйста, ну. Фух, повезло. Нам повезло, ребят, здесь. Плюхана-то не поймали ни кислого сейчас, да? Но я, честно говоря, сам уже авансом перетрухался, думал, сейчас хана будет. Ну, вот, ребята, и Лига Мастеров. Так, давайте теперь тут немножечко укрепимся, чтобы к следующей серии нам с тобой не пыхтеть. Так, возьму я, наверное, вот этих вот ребят. Возьму маузеров. Ну, я думаю, что маузеры одни справятся. Ну, сотка против 67-х. Мы же знаем, что маузеры крутые. Должны справиться, ребят. По крайней мере, Хан там и остальные все крупники должны упасть. Скоростники, точнее. Они все скоростники, поэтому все и рухнули медным тазом. Ну и прекрасно. Двигаемся тогда дальше. Нам до полтишка добраться, и, в принципе, я уже буду спокоен. Так, пора, по-моему, 17-23 давать. Вам не кажется так, судари? Вы уже запарили своими 16-22. Ладно. Так, супер шреддер. Ну, тогда вот так, наверное, сделаем с тобой. Потом придется все-таки, как ни крути, откатывать маузеров. Мне просто иначе никак не получится, ребята, проводить катку. Супер шреддер так себе бомбанет. Вот. Да, единственное, выручает постепенный урон. Но опять же, гарантии нет, что он его повесит. Я же не пророк, я не могу тебе сказать, что вот точно повесит на этих и других персонажей он постепенный урон. Поэтому приходится перестраховываться. Так, 72-я позиция. Только лишь 72-я. Так, ну что, берем маузеров. Раз, два, три, четыре. Это только сейчас мы с тобой отыграли 59 и 56 уровни. Смешно просто, ребят. Просто смешно наблюдать за моим вот этим вот продвижением. Сегодня что у нас, четверг или пятница все-таки? Какой день недели? Где мой телефон? Блин, далеко затянуться. Далековато. По-моему, сегодня... А, у меня же... Сейчас я гляну. Так, сегодня, друзья мои, уже пятница. Да, 31 число, сегодня пятница. Угу. Скоро отпуск мой закончится, ребятушки. Так неохота, если честно. Прям вообще.
Ну, понимаешь, у нас начался сезон, лето, действительно. До этого у нас дожди, какая-то пасмурная погода была, как-то хмуро все. Сейчас солнышко вылезло, зелень зацвела, листочки прорезались. Такое, значит, настроение шашлычное. Вот, и на работу выходить. А на работе духота, жара, комары, мошки. Ой, как подумаешь, все сразу плохо становится. Да. Ладно. Переживем мы и это как-нибудь. Как-нибудь переживем, ребят. Сколько лет переживали, и это переживем. Просто иногда хочется пожить, знаешь, как вот в кайф. Вот в кайф пожить хочется. Не просто знать, что ты что-то куда-то, что-то обязан, что-то это. Просто пожить вот с наслаждением, с офигенным чувством. Такого... легкости, знаешь, непринужденности. Чтоб ты знал, что тебе никуда сегодня не надо, что ты спокоен, что ты свободен. Захотел куда-то поехать, взял, поехал. Не надо там подгадывать дни, там что-то отгулы какие-то брать или еще. Вот, а мы как живем, как, я не знаю, как в каторге в какой-то. По крайней мере, такое ощущение складывается. Ну что, ребятушки, здесь все получается. Я отыграл. У меня даже 33-я позиция, хотя я рассчитывал только на 50-ю в лучшем случае. Я считаю, что очень даже неплохо вышло. Так, у нас еще и 40 тысяч мутагена, кстати. Это... так, давай пройдемся респекта. Это мы с тобой, наверное, есть сейчас. Это мы, наверное, сейчас с тобой, ну... хотелось бы два уровня поднять. Мы же качаем с тобой Доника. Дони видения. Хотелось бы, конечно, прокачать ему два уровня. Но вот получится ли? Не знаю. Через 4 дня в растениях против зомби-героя, ребята, заканчивается сезон. Я в данный момент нахожусь в высшей лиге. Нахожусь. И 26-я позиция у меня там. Может быть, послезавтра... попробую записать видосик. Ну просто меня раздражает, ребята, вот это вот переключать клавиатуру с русского на английский, чтобы поиграть, понимаешь? На русской я могу только вот забирать призы, играть не могу. На английской только лишь играть могу, не могу забирать призы. Ну как-то бред. И постоянно эмулятор надо, блин, чтобы он постоянно меняешь язык, он постоянно просит перезагрузиться, блин. Тут бесяво, конечно. Так, ну что, давай тогда мы с тобой прошли серию испытаний. Теперь идем к нашему Донателло. Вот он. Блин, не хватило. Один только раз получилось, ё-моё. Так, ну Донателло мы качаем по уровню. А по скиллам там мы кого качаем, ты не помнишь? Блин, и мне из головы вылетело. Мутагеноиды, что ли, мы, по-моему, собрались хотели, да, вроде бы? Почему-то у меня в голове лежит мутагеноид. По-моему, ему мы хотели. Вот этот удар самый топовый. Так, 4 этих. Один есть. Так, один геймпад есть. Вот и второй прилетел. И нам нужно еще 2. Что-то глазки уже закрываются. Ну, правильно, 5:30 утра. Пора бы уже, да? Так, еще один. Еще, ребятушки, один геймпад. Ну и, как всегда, у меня с этим проблем начинают. Нет, нашли. Так, геймпад нашли. Надо 10 ящиков, ну, сам понимаешь, с инструментами. Так, есть. Ящики с инструментами очень, ребята, хорошо идут. Прям как детки в школу. Кстати, всех ребятушки с каникулами, как говорится... с отдыхом, потому что у нас закончился учебный год. Вот. Как говорится, всех, кто школу закончил с хорошим, надеюсь, поступлением высшие каким-нибудь, ну, чтобы вышку закончить, точнее, поступить. Ну и потом, конечно же, ее закончить, естественно. Как говорится, удачных сдаваний этих ЕГЭ и тому подобное. В общем, всех благ. Ну что, ребята, я собрал, нет? Нифига я не собрал. Зато я собрал, по-моему, на прокачку для Донателло. Сейчас я перепроверю. 21 800. Нет.
Нет, Рэй, тебе не хватило. Но если вот здесь только урвешь. Урвали, нет? Не вижу я. А, урвал. Значит, ребят, поднимаем ему уровень. 84-й. Еще 16 уровней и все, ребят. И он на сотке у нас будет. Ну, вроде бы как все на сегодня, да, ребят? Отпахал как мог. Вам всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.